Всем привет, друзья, на канале Мосолимп. Kia Ceed в работе у нас. Разобрали салон. Будем проводить полную шумоизоляцию данного автомобиля. Вот так вот выглядит штатная шумка. Довольно-таки толстый материал. На заводе его кладут на горячую. Отрывать мы его, конечно же, не будем. Будем добавлять двери. Нету никакой шумки, абсолютно пустая и голая дверь. Задняя. Ну, здесь вот как в салоне есть такие полоски. Багажник в крыльях. Также положили небольшие куски на арках. Большая площадка, конечно, голого пустого железа. Здесь мы поработаем максимум. Потолще материал, побольше слоев. Приступаем к обработке всех деталей, обезжириваем. Материал уже прогревается. И обязательно все закатаем. Всем спасибо. Пока-пока.